Президент США Дональд Трамп продолжает череду категоричных решений. На этот раз он уволил главу ФБР Джеймса Комми. В своем письме Трамп обвинил его в неспособности эффективно руководить федеральным бюро. Американский президент считает, что для восстановления доверия к службе ей нужен новый лидер. Кроме этого, увольнение объяснили действиями Комми во время расследования против Хиллари Клинтон в 2016 году. Уволить главу ФБР президенту рекомендовал генеральный прокурор Джефф Сессионс. Напомню, ранее Комми руководил расследованиями о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах.